Всем привет, у микрофона Данил Добро, вы на канале Быстрый Бык. В этом видео я вам расскажу про российский дистрибутив от Linux. С чего я начну? Данный дистрибутив действительно максимально российский, насколько это возможно. В отличие от некоторых других сборок российских, где добавили какую-нибудь русскую локализацию и нескучные обои. Данный дистрибутив действительно тут у них своя ветка, они используют свое по факту переделанное ядро. Явно видны всякие модификации, потому что я так и не смог разобраться с данным дистрибутивом. Хотя до этого я работал, пользовался другими дистрибутивами, где был такой же подобный пакетный менеджер RPM пакетов. Но в целом это, я думаю, не суть важно, потому что какие проблемы я обнаружил. Это, я думаю, более важнее, чем разбираться в том, насколько дистрибутив российский. Скажем так, на мой взгляд, он все еще достаточно сырой для того, чтобы использовать его в качестве основного дистрибутива или системы обычному пользователю. Почему я так решил? Потому что я зашел на их форум, написал свои вопросы, то, что мне не поставились флэкпак пакеты, не возникли проблемы с зависанием интерфейса, пришлось использовать экстремальное выключение с помощью комбинации Alt, Paired Screen плюс O английское. Получается, эта команда приводит к перезагрузке системы полностью. И в итоге мне так никто и не ответил. Вопрос. Почему? Не совсем понятно. В сообществе им написал ВК, хоть кто-нибудь бы что-нибудь написал, но никто ничего не написал. Хотя, в общем-то, там отвечают. Вот. У них есть своя Википедия или инструкция, где все написано, что да как настроить. Скажем так, в инструкции явно написано, что без терминала вы просто так ничего не настроите. То есть нужно уметь копировать команды, вставлять их, мягко говоря, чисто через графический интерфейс, видимо, тут настроить что-то нормально нельзя. Но даже читая эту Википедию, я не смог разобраться со своими проблемами. Второй момент, я не смог удалить некоторые файлы, потому что у меня нету к ним просто элементарного доступа. Я почитал их в Википедию, попытался получить root-права разными способами, которыми только там было возможно, почитал другие статьи, опять-таки не смог решить данный вопрос. Не смог получить полный доступ к разделам своего диска, чтобы почистить файлы, потому что у меня старого дистрибутива остались файлы, я хотел их удалить, но часть. Но в итоге ничего не получилось. Вот. Дальше. Что мне понравилось в данном дистрибутиве, это то, что хороший установщик, такой же простой, как и в Ubuntu. Чуть, может, посложнее, потому что что мне не очень понравилось, то что у них сначала идет разметка диска, установка, и только потом задаешь пользователя. Хотя по логике можно было бы сначала задать пользователя, а потом уже все это устанавливать. Мне кажется, так просто немножко удобней. Потому что я один раз все это все настроил, задал, а потом поставил устанавливаться и идешь себе спокойно. Потом приходишь, система установлена. Полностью компьютер можно перезагружать и работать. Но тут так не получится. Ладно. Какой еще недостаток, на мой взгляд, у данного дистрибутива? Больше вроде бы и нет. Пакеты, то есть приложения, которые тут можно поставить, и которые тут стоят, они довольно свежие, скажем так, оптимально. Что-то среднее между старыми приложениями и новыми, версии, более-менее на оптимальном уровне. То есть 2020 год, некоторые даже 2021 года. То есть довольно новые. Скажем так, в этом все более-менее нормально. У них есть свой репозиторий, то есть из Synaptica, можно ставить приложение. Из минусов, наверное, то, что этот маркет приложений выглядит довольно устаревшим, нету никаких картинок. Если вы в первый раз поставили себе такой дистрибутив, в первый раз работаете с таким менеджером пакетом, скорее всего, будет не очень комфортно, нужно будет привыкать долго. Скажем так, нет нормального графического маркета. Точнее, он есть, но с ним что-то у меня тоже какие-то возникли проблемы. Вот.
для начинающего пользователя, на мой взгляд, дистрибутив все еще сыроват. По стабильности работы он у меня 2 раза завис. Во время использования просто меню приложения открывал, лазил там. Он вдруг зависает. Так, комбинацию я вам уже говорил. И в целом, в остальном, вроде система работает довольно стабильно, никаких больше лагов не заметил. Серьезно. В общем, напишите в комментариях, насколько я все вам хорошо рассказал, объяснил, что это за дистрибутив. Может, у вас есть какие-то свои вопросы, есть свои какие-то рекомендации, чтобы мне поставить вместо этого дистрибутива, можете написать в комментариях. Потому что я так до сих пор не решил, что же я буду ставить вместо этого дистрибутива. Ну, рекомендовать я данный дистрибутив не буду, потому что он мне не очень понравился. Именно из-за вот этих вот ошибок, которые в нем присутствуют. Хотя это вроде стабильная версия и все такое. Так, я ставил Alt рабочая станция К. Я бы хотел бы прочитать еще, что вы думаете по поводу моих видео, по поводу развития этого канала. Так что не бойтесь, напишите что-нибудь. Это как бы будет продвигать мой канал. Может, у вас есть какая-нибудь своя проблема. Я попробую ее вам помочь решить, засняв видео. Так что обязательно напишите. Вроде бы я снимаю на такие довольно популярные темы, потому что компьютер вроде есть. Почти у каждого пользователя интернета. Но про смартфон особо я не снимаю, потому что там особо нечего снимать, кроме как обзора приложений. Вот. Ну, в целом, я думаю, все. Благодарю за просмотр. До встречи в следующих видео.